Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор новинки из каталога Oriflame номер 17 серии The One. Новинка — магнитные реснички для магнетического взгляда. Это уникальный вариант для того, чтобы мгновенно преобразить свой образ и сделать его из обычного праздничным, а глазки выразительные и эффектные. Мы сейчас с вами вместе посмотрим, что же представляют из себя эти реснички. Всего нам предлагают три варианта ресничек: естественные, кукольные и густые. У меня в руках естественные. Реснички приходят в коробочке, упакованные. Мы сейчас их откроем. Так. А здесь у нас в составе подводка. Это специальная подводка для глаз с высокой плотностью магнитных пигментов, и она создает притяжение, которое будет удерживать реснички на месте. Подводка очень удобная, у нее длинная кисточка, и ей легко и просто рисовать стрелочки. Подводка черного цвета. Так, и сами реснички. Реснички я рекомендую доставать пинцетом, они очень хорошо упакованы. И как вы видите, они держатся на металлической полоске. И если с ними обращаться аккуратно, они прослужат вам долго. То есть это не одноразовые реснички. Я аккуратно за краешек пинцетом беру реснички и отклеиваю их от металлической полоски. После использования магнитики нужно будет протереть, можно мицеллярной водой освободить их от туши или подводки, которая на них приклеится, и также аккуратненько вернуть сюда на металлическую полосочку. И таким образом они у вас будут храниться в коробке, и по необходимости вы будете их просто доставать и использовать. Ну а сейчас давайте попробуем, как эти реснички будут смотреться в деле. Итак, как же правильно пользоваться этим набором? Во-первых, нужно сначала накрасить стрелки. Вы можете накрасить стрелки любым удобным вам способом. Например, я сначала взяла свою любимую подводку Giordani Gold, ей накрасила стрелку и вывела кончик так далеко, как мне нравится. А затем мы берем магнитную подводку и делаем два слоя для того, чтобы реснички держались лучше. Нужно хорошо просушить оба слоя, чтобы подводка не осталась на ресничках, и только после этого красьте ресницы, потому что если вы сначала накрасите ресницы, а потом будете красить их этой магнитной подводкой, то вы можете испачкать реснички, и они могут склеиться. То есть накрасили два раза, накрасили ресницы, и только после этого приклеиваем магнитные реснички. Я что уже сделала? Стрелки накрасила и один раз сделала магнитной подводкой. Теперь я делаю второй слой, и как вы помните, у меня один глаз не накрашенные реснички, вернее, как вы видите, не накрашенные реснички, а на втором накрашенные. Я хочу сделать эксперимент, потому что много вопросов задают, а как правильно красить реснички или не красить, как будет лучше, как будет выглядеть. Поэтому я с вами сейчас буду все пробовать, у нас эксперимент. Поэтому держу подводку и аккуратненько, чтобы не испачкать реснички, потому что я их уже заранее накрасила, я прохожу второй слой. Так, как вы видите, глазки, реснички получились абсолютно разные. Те, которые у нас уже с прокрашенными ресницами, получается больше поддержки для ресниц, глаза распахнутые, ресницы более эффектные. Тот глаз, где у меня ресницы не накрашены, соответственно, они слабенькие и с трудом держат вот эту вот массу ресничек. И даже и визуально, и по ощущениям мне комфортнее тот глаз, на котором уже реснички прокрашены. Поэтому однозначно все нужно делать по инструкции. Сначала красим два раза стрелочку, потом красим реснички, даем всему подсохнуть и наклеиваем магнитные реснички. Кстати, покажу, как они легко снимаются. То есть просто элементарно берете за уголочек, который вам удобен, и аккуратненько вот так вот снимаете с ресничек все и размещаете
туда, где нужно. И главное, не путайте, те реснички, которые покороче, они должны быть во внутреннем угле глаза. Просто если перепутаете, будет немножечко смешно. Я всем желаю чудесных вечеринок, классных праздников и супер настроение. Благодаря этим ресничкам мы можем очень быстро преображаться. Мне кажется, это просто уникальный классный продукт, и стоимость в каталоге всего 1299 рублей. А если у вас еще нет дисконтной карты, напишите или мне в комментариях, или заполните заявку, которая прямо под этим видео, для того чтобы иметь скидку от 20% на весь ассортимент продукции компании Oriflame, в том числе и на реснички. До встречи, всего вам доброго, пока-пока.